Я еще раз напомню, как делается мудро. Делаем шалашик и загибаем указательные и средние пальцы вовнутрь. И поднимаем на уровне лица таким образом, чтобы мизинцы оказались напротив глаз, безымянные пальцы оказались на уровне точки межбровья. Большие пальцы напротив подбородка, параллельно полу. И вот такую мудру мы будем держать в течение 11 минут и будем петь мантру Харихам Брамхам. Я включаю. Давайте мы сначала сядем, настроимся, выпрямляем позвоночник, прижимаем немножко подбородок к груди, делаем легкий горловой замок, делаем нашу мудру. И я ставлю время, музыку, и мы начинаем. Амихам Брамхам, Амихам Брамхам, Амихам Брамхам, Амихам. Напоминаю, глаза открыты, взгляд строго вперед, нигде не блуждает. Амихам Брамхам, Амихам Брамхам, Амихам Брамхам.
Amiham Brahmam.
Глубоко вдохните, закройте глаза, удерживайте мудру, задерживаем дыхание и визуализируйте мудру, проникните за пределы кончиков пальцев в бесформенное, которое дается пальцам их кончиками. Ненадолго растворите себя в своем бесконечном «я». И теперь вдыхаем через губы. Выдыхаем. Снова визуализируем мудру. Вдыхаем через губы. Задерживаем дыхание, визуализируем мудру. Выдох. И еще один вдох через губы. Снова визуализируем мудрым. Растворяем себя в своем бесконечном «я». Делаем выдох. Теперь вдыхаем и тянемся руками вверх, сжимая и разжимая пальцы. Расслабляем при этом дыхание. Теперь потрясем немного. И теперь кончиками пальцев мы проводим от ладони к сердечному центру несколько раз. Медленно. Теперь кладем руки на колени, ладонями вверх. И остаемся в тишине и неподвижности несколько минут, осознавая себя после этой медитации. Наблюдая, что изменилось в теле. По инструкции рекомендуется медитировать в течение 10 минут, но мы с вами укоротим немного это время и посидим в тишине 3-4 минуты.
И можем открывать глаза. Эту медитацию рекомендуется делать для устойчивости, чтобы четко и осознанно двигаться к своим целям, осознавая свое истинное я, свой стержень посреди множества ситуаций и занятий, ролей и так далее.